Весна 2023 года. Один из самых масштабных митингов в истории Израиля. На улицы крупнейших городов вышли свыше 500 000 человек. Самые массовые протесты перед парламентом страны – Кнессетом. Наша цель – остановить принятие закона. Эти поправки, которые они хотят внедрить, ограничивают нашу свободу. Люди на площади выступают против судебной реформы. В числе недовольных – профсоюзы, медики и, самое главное, резервисты, которые отказались явиться на обязательные ежегодные военные сборы. Беспрецедентный случай для страны, находящейся в состоянии перманентной войны. Тогда появились первые тревожные заявления о том, что протесты способны серьезно ослабить позиции Израиля на Ближнем Востоке. На то, что боеготовность Израиля подорвана, надеялись многие. Но больше остальных – палестинская группировка «Хамас» и радикальная ливанская группировка «Хезболла». Лидер последний и вовсе заявил: Израиль погружается в хаос и переходит в режим самоуничтожения, а значит, его больше нельзя считать суперсилой региона. Вопреки ожиданиям, тогда самоуничтожение все же удалось избежать. Израиль продолжил курс на нормализацию отношений со странами региона и, в частности, арабским миром. Всего пару лет назад абсурдом казалась даже мысль о сотрудничестве Израиля с Саудовской Аравией. Эр-Рияд претендует на роль заступника всех арабов и мусульман и не может пренебрегать палестинской проблемой. Однако в 2023-м стороны вышли на финальную стадию подписания важнейшего соглашения о мире. Для нас палестинский вопрос очень важен. Переговоры продолжаются. Мы надеемся, что это поможет облегчить жизнь палестинцев и вовлечь Израиль в активный диалог по Ближнему Востоку. Говорят, вы приостановили переговоры. Это неправда. Можно ли сказать, что вы близки к достижению мира? С каждым днем мы все ближе. Посредником в этом вопросе выступили США. Для американского президента Джо Байдена это могло стать крупнейшей внешнеполитической победой. Роль медиатора могла добавить ему крайне необходимые политические очки на фоне приближающихся президентских выборов. Однако перспектива мира между евреями и арабским миром пришлась по нраву далеко не всем. Омрачить надежды внешние голоса не смогли. Осень 2023-го выдалась на удивление спокойной для Ближнего Востока. Израильтяне готовились к важному религиозному празднику Суккот. Многие уезжали на каникулы, в стране проходили фестивали и концерты. Одним из таких стал фестиваль «Нова» в пустыне Негев, недалеко от сектора Газа. В 6 утра послышались первые выстрелы. Молодые люди не придали им значения. В этой части страны обстрелы – явление довольно частое. Однако граница обнесена стеной, по всему периметру ведется тщательное наблюдение и охрана. Казалось, бояться нечего. Когда стало понятно, что ситуация вышла из-под контроля, было уже слишком поздно. Участники фестиваля стали первыми жертвами боевиков «Хамас», вторгшихся на территорию Израиля. Погибло свыше 300 человек. По ним стреляли в упор без разбора. Некоторым удалось убежать и спрятаться. Спустя несколько мучительных часов боевики обнаружили и их. Избежать смерти не смог и азербайджанец Илькин Назаров. 30-летний парень всю сознательную жизнь прожил в Израиле. Работал парикмахером. Накануне той трагической ночи он предупредил родных. Едет на вечеринку. Просил не волноваться. Илькин вырос на моих глазах. Улыбчивый такой ребенок. Для нас он все еще ребенок, хотя ему было уже и 30. Должен был жениться. Он всего лишь пошел на вечеринку.
Нам рассказывали, что в 6 утра Хамас обстрелял танцевальную площадку. Вначале ребята даже не поняли, что произошло. Увидели людей, друзей, все в крови и бросились в рассыпную. Илькин был среди них. Он и несколько молодых человек спрятались в контейнерах для мусора. Когда понял, что спастись не получится, он написал сообщение родителям, сказал, что любит, и поставил рядом сердечко. Эти сообщения и его улыбающиеся фотографии – все, что осталось у родных. Илькин – единственный ребенок в семье. Невозможно подобрать слова, описывающие горе его матери. Но говорить об этой трагедии нужно, объясняет нам дядя погибшего. Важно, чтобы соотечественники знали правду. За всю свою жизнь я не видел такой жестокости, такого зверства. Хамас насиловал, убивал, похищал ни в чем не повинных людей. Это делалось под прикрытием религии. Но такой бесчеловечности нет ни в одной религии. Они отрезали голову младенцам, сжигали заживо целые семьи и при этом радовались и веселились. В какой религии это допускается? Такого нет в исламе. Это не люди, они звери. Булар вахшидлер. Булар инсан дейдлер. Жестокость, которой совершалась атака, потрясла весь мир. Многие подробности Израиль не раскрывает до сих пор. Смотреть на это слишком тяжело. В ту субботу, которую позже нарекут «черной», больше всего пострадали граничащие с сектором Газа сельскохозяйственные коммуны – кибуцы. Одним из первых стал Бэри. Боевики прорвались сквозь разграничительный забор. Вооруженные до зубов, они ехали по населенным пунктам. Прорвались с суши, по морю и воздуху. Они убивали всех на своем пути. Вот посмотрите, все здесь уничтожено. Это жилые дома. В домах игрушки, одежды. На столах до сих пор лежит приготовленный в то ужасное утро завтрак. Боевики не пощадили никого. У них была одна цель – уничтожать, убивать израильтян. And massacre Israelis. И это не просто слова. В каждом доме следы от обстрелов, двери буквально сорваны с петель. Безоружные жители Бэри оказать сопротивление просто не могли. Вопрос безопасности в Израиле – тема серьезная. Здесь нет дома, который бы не был оборудован специальной защитной комнатой – ММАД. Но эти убежища не спасли обитателей от мучительной смерти. Тех, кто успел до них добежать, просто поджигали живьем. Количество погибших граждан Израиля уже достигло 1400 человек, и, судя по всему, эта цифра будет расти. Огромное количество людей до сих пор удерживается в заложниках, свыше 200. И вот эти кадры, которые мы видим сегодня, которые мы видим сейчас, показывают, что бесчеловечно, с особой жестокостью убивались дети, женщины и старики, обычные мирные граждане. И вот здесь мы видим игрушки, детские фотографии, следы от рук. И действительно страшно даже представить, что здесь происходило и что испытывали жители этого дома. Но, наверное, самое страшное, что испытываешь, когда заходишь сюда, и что чувствуешь, когда заходишь сюда, это запах. Его невозможно выдержать и невозможно сопоставлять с теми фактами, которые видишь. Самый сильный запах исходит отсюда. Это детская комната, а это детская кроватка. И, наверное, без лишних слов можно понять, что здесь происходило. Признаки обычной жизни в этой кровавой бойне страшнее всего. Это не перестрелка военных, это хладнокровное убийство безоружных. Причем тех, кто выступал за мир со своими убийцами. Большинство в Бэри поддерживало партию Авада, политика которой «мир в обмен на землю» подразумевает, что Израиль должен немедленно прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных территориях и проявить инициативу по решению израильско-палестинского конфликта. Эти мирные инициативы были похоронены, как и жестоко убитые мирные жители Бэри.
никто не понимает, что будет дальше. Все понимают, что война будет продолжена, но как, в какой форме и когда это закончится, никто не понимает. То есть эта страна в таком состоянии шока. Враг вторгся на израильскую территорию, угнал гражданское население, убил детей, убил... И такого не было очень-очень давно, и у людей еще в памяти вспыхнуло воспоминание о Холокосте, и это тоже дополнительная травма. Главное, у людей потеряно чувство безопасности внутри страны, которое было, несмотря на теракты, несмотря на войны, все равно было чувство внутренней безопасности. Но теперь и этого нет, и это очень страшно, и непонятно, как в стране жить дальше. Шок первых минут атаки сменился решительными действиями. Силовики не церемонились с боевиками, проникшими на территорию Израиля. Спустя пару часов после нападения правительство страны объявило о состоянии войны. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что Израиль непременно отомстит за этот черный день. Чувство безопасности гражданам возвращалось боем. Военные зачистили кибуцы, точечно ликвидировали хамасовцев, пробравшихся в города на юге страны. Как я уже и говорила раньше, город Сдерот первый пострадал от атак боевиков террористической группировки «Хамас» 7 октября. И вот здесь мы видим последствия этого ужасного налета, можно сказать, буквально, потому что тогда вооруженные люди находились прямо в центре этого некогда довольно живого города и обстреливали все, что попадалось на пути. Вот эта сожженная машина – это один из примеров, признаков того, что здесь уже 12-й день ведется война, и сейчас в эти минуты мы слышим, как ведутся активные артиллерийские обстрелы, и действительно работает артиллерия, работают в том числе и средства ПВО, а также мы слышим здесь авиацию. В Сдероте боевики проникали в дома, захватывали административные здания. Местом отделений полиции они окопались прочно. Брать его штурмом израильские военные не решились. Снесли здание полностью. На его месте сейчас одни руины. Также решительно Израиль приступил к атакам сектора Газы с воздуха. Авиация работала каждый день, нанося удары по зданиям, где располагались боевики. Ситуация осложнялась тем, что после атаки, покидая территорию Израиля, Хамас захватил заложников. Более 200 человек, от 9-месячного Кфира до совсем пожилых граждан Израиля, даже тех, кто пережил Холокост, удерживаются боевиками в плену в секторе Газа. А у родных нет никакой информации о близких. Каждый день они устраивают митинги перед зданием Генштаба израильской армии, резиденцией президента и офисом премьер-министра. Мы находимся перед зданием Генерального штаба израильской армии. Сюда практически каждый день приходят родственники тех, кто были взяты в заложники в первые дни начала боевых действий. Здесь мы видим фотографии молодых ребят, довольно пожилых людей. Свыше 200 человек до сих пор находятся в заложниках. Среди них 30 – это дети. И можно понять ту боль, которую испытывают эти семьи, которые до сих пор находятся в абсолютном неведении от того, что происходит с их родными, с их близкими. Поэтому сюда приходят люди для того, чтобы выразить свой протест и призвать израильскую армию как можно быстрее начать наземную операцию. Ведь каждый час, каждая минута неизвестности – это огромная боль, которую приходится испытывать сегодня родителям и близким этих заложников.
Израильское общество переполнено болью. На генетическом уровне тут хранится память о еврейских погромах, гонениях, Холокосте, а затем и терактах, самый страшный из которых произошел 7 октября. Все это тяжелый груз, а для тех, кто по долгу службы обязан детально, буквально по минутам воссоздавать хронологию убийств и надругательств над живыми и мертвыми, он порой невыносимый. После атаки в Израиле было создано несколько оперативных центров. Сюда привозят тела, фрагменты тел, буквально все, что может хоть как-то помочь идентифицировать человека. В контейнерах до сих пор находится несколько сотен неопознанных тел. Даже с расстояния видно, они разных размеров. Иногда опознать тела сложно даже специалистам. Над трупами издевались, некоторые были обезглавлены. К этой работе привлекают специалистов разного спектра – от дантистов до археологов. Зачастую не помогает даже это. Боевики Хамас сжигали тела убитых граждан Израиля. Психика у тех, кто раз за разом обязан осматривать тела убитых детей, их родителей, стариков, покалечена навсегда. Справиться с подобным тяжело даже бывалым сотрудникам израильской полиции. Иногда среди этих фрагментов они обнаруживают своих знакомых. Мы называем это место «Вратами в ад». Здесь более 1000 тел жертв 7 октября. Я 27 лет на службе и видел много терактов. Много. Но такое впервые. Видеть 70-летнюю женщину со связанными руками и отрезанной головой. Видеть убитую мать, которая своим телом пыталась прикрыть маленького сына. Ее убили выстрелом в спину, а затем перевернули тело и убили мальчика. Когда видишь 5-месячного младенца, сожженного заживо, а затем очередной грузовик, который только на первый взгляд ничем не примечателен, но внутри него десятки мешков с детскими телами. Еще несколько часов назад они счастливо жили в своих кибуцах. После всего увиденного осознаешь все ужасы Холокоста. Глубоко травмированы на Ближнем Востоке не только евреи. Еще одно громкое слово – апартеид – звучит уже на западном берегу реки Иордан. Это часть Палестины, где находится ее столица и администрация – международно признанная власть. Мы едем туда с водителем, этническим арабом, палестинцем, который живет в Восточном Иерусалиме. Каждый раз, въезжая и выезжая из Рамаллы, он опускает все стекла в машине, снижает скорость и готовится отвечать на вопросы военных. Западный берег реки Иордан от Израиля отделен бетонной стеной. На подъезде стоят израильские блокпосты. Въехать на палестинскую территорию не проблема, а вот выехать обратно в Израиль могут не все. На это, говорит наш водитель Маджид, нужны специальные разрешения от израильских властей. Сам он живет в Восточном Иерусалиме, но многие из его знакомых уехали, не выдержав напряженной обстановки. Они изгнали палестинцев, заставили их уйти. Кто-то переехал в Рамаллу, кто-то в другую страну, например, в Ливан, Сирию. А затем они построили стену, которая окружает западный берег. Сейчас мы въезжаем в Рамаллу. Если обратите внимание, то здесь можно увидеть как машины с палестинскими номерами, так и с израильскими. Это палестинцы, которые живут и работают в Израиле. Не опасно ли жить в Иерусалиме и каждый день приезжать сюда, в Рамаллу? Не очень, но сейчас в связи с этими событиями мне страшно. Хочется избежать любого конфликта, столкновения с насилием. Стараюсь лишний раз не выходить из дома, только по работе. Но в связи с войной работы стало гораздо меньше. Вы сказали, что вам страшно. А кого вы боитесь? Армии, полицейских. Очень много насилия. Увы, но насилие здесь давно превратилось в обыденность. Местные жители не могут ответить на вопрос, а было ли когда-то здесь безопасно?
Войны и восстания, интифады, борьба между различными группировками и течениями. На западном берегу реки Иордан живет около 3 миллионов палестинцев и около 500 000 израильских поселенцев. Сам западный берег поделен на несколько зон. Полностью палестинская власть и военные контролируют только одну из них. Остальные территории целиком или частично под контролем израильской армии. В Палестине это называют оккупацией и готовы сопротивляться до конца. Недалеко от центра Рамалла располагается израильская военная база. Каждый вечер сюда, на эту дорогу, на эту площадь приходят сотни или даже тысячи палестинцев. Они кидают камни в знак протеста того, что здесь располагаются израильские военные, а также израильские поселения, красные крыши. А поселенцев можно видеть даже отсюда. В ответ израильские военные начинают их обстреливать. И вот мы здесь видим, что здесь жгутся костры. И, судя по всему, митинги, которые проходят здесь каждую ночь, бывают довольно масштабными. Сопротивление тут, на западном берегу, дело почетное. Этому учатся с раннего детства. Неудивительно, в будущем у этих детей мало надежд. Сплошные угрозы. Кидая камни в сторону израильских военных баз и поселенцев, палестинские дети показывают то, что порой боятся озвучить взрослые. А говорить есть о чем. Тотальная бедность и безработица. Это бросается в глаза сразу, стоит попасть на западный берег. В отличие от выхолощенного Иерусалима, за чистотой тут явно не следят. Флаг на главной площади в Рамалле с огромной дыркой. А на улицах полно праздно шатающихся людей. Без работы на западном берегу реки Иордан свыше трети от 3-миллионного населения. В секторе Газа их еще больше – 45%. Один из самых высоких показателей в мире. В анклаве протяженностью всего 40 километров проживает около 2,5 миллионов человек, 80% которых живет в тотальной нищете. Выезжать из сектора Газа палестинцы могут лишь по разрешению Израиля. По всему периметру анклава установлены заграждения, а в начале 2000-х израильская сторона начала возводить бетонную стену. Это стена, затем мы там видим наблюдательную вышку для того, чтобы иметь возможность видеть, отслеживать любое движение, которое происходит. И через несколько, приблизительно 50 метров, еще одна такая разграничительная линия. 7 октября текущего года Хамас прорвал эти несколько разграничительных линий, пробрался в этот населенный пункт Нетив Хаасара, самый ближайший к сектору Газа, и убил здесь 15 человек. В Израиле ее называют «стеной мира и безопасности». Благодаря ей количество терактов резко сократилось – с 59 в 2002 до 1 в 2007. В Рамалле же заявляют, стена апартеида не только осложнила жизнь палестинцев, но и стала символом отказа израильской стороны от мирного урегулирования. В действительности Хамас – часть палестинской структуры, но Израиль стремится обесчеловечить Хамас, называя их ИГИЛ, что неправда. Поэтому нельзя сравнивать Хамас и ИГИЛ. Нетаньяху стремится обесчеловечить всех палестинцев. История не начинается 7 октября. До атаки на Израиль произошло 4 события. Первое – убийство 248 палестинцев на западном берегу, включая 40 детей. Потом атака израильских экстремистов на мечеть Аль-Акса и как христианские, так и мусульманские храмы. Были попытки изменить сущность мечети Аль-Акса, приобщив ее к еврейской вере. В-третьих, Израиль сигнализировал, что нормализует отношения со всем арабским миром. И, наконец, несколько недель до начала этих событий Нетаньяху на заседании Генеральной Ассамблеи ООН показал карту Израиля. Политический кризис 2-летней давности в Израиле завершился приходом к власти коалиционного правительства. Бениамин Нетаньяху объединился с ультранационалистами. Известные жестким отношением к арабам, новые союзники премьер-министра не готовы к совместному сосуществованию. По их мнению, историческое соглашение в Осло – главная ошибка Израиля. Эта фотография за считанные часы облетела весь мир. 13 сентября 1993 года на лужайке перед Белым домом премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и лидер Организации освобождения Палестины Ясир Арафат пожали друг другу руки.
Согласно договоренностям, Палестина признает право государства Израиль на существование и отказывается от террора. Израиль, в свою очередь, признает ООП легитимным представителем западного берега реки Иордан и сектора Газа. Первые годы соглашения соблюдались. Израиль начал вывод своих войск и поселенцев с территории Палестины, администрация на западном берегу приступила к работе. Параллельно с этим набирали обороты и противники этого соглашения с обеих сторон. Свой протест они подкрепляли бутылками с зажигательной смесью и камнями. Правильно ли это было передавать Ясиру Арафату неналичную власть палестинской автономии? Я в свое время протестовал и против этого тоже. Но мне было настолько очевидно, что нельзя строить нашу стратегию на том, что посадим туда сильного диктатора, и он нам обеспечит мир сразу после заключения договора в Осло. Когда наш премьер-министр сказал, что вот хорошо, что Арафат диктатор, потому что как диктатор он победит Хамас. Ему будет легче без ограничений парламента, свободной прессы и так далее. Я тогда написал, что как диктатору мы ему нужны будем как враги. Потому что для того, чтобы контролировать собственный народ, диктатор должен мобилизовать народ против врагов. Мы будем его врагами. И новое поколение палестинцев вырастет в ненависти к нам. Так и получилось. Ясир Арафат сделал свое дело, воспитал целое поколение в ненависти. Никогда не был готов изменить свою хартию, которая отрицалась право Израиля существовать. Но в конце концов не он победил Хамас, а Хамас победил его. 4 ноября 1995 года Ицхак Рабин был убит израильским экстремистом выстрелом в спину. It was very, very difficult and painful for me personally. But the most important thing for the Palestinians and for the Israelis and for the whole Middle East. Мирный процесс был заторможен, пока в 2005 году правительство Израиля не возглавил Ариэль Шарон. Он принял решение об одностороннем размежевании, уходе Израиля из сектора Газа. Натан Шаранский, знаменитый диссидент, правозащитник и близкий друг Шарона, в те годы занимал должность министра правительства. В знак протеста он подал в отставку. Я считал, что это не только несправедливо по отношению к евреям, которых мы послали туда, но это несправедливо по отношению к палестинцам и ко всему региону, что значит передать под контроль, создать по существу, то, что я говорил тогда Арелию Шарону, помочь создать самую большую террористическую базу в мире. Но с другой стороны, Арель Шарон отвечал, что ты не понимаешь, сейчас мир нас часто осуждает, говорит, что вот мы оккупируем Азу, и поэтому всякий раз, когда мы боремся там с террором, на нас оказывается давление. Когда между нами стена, если они переходят эту стену и посылают у нас один снаряд, мы можем там все уничтожить. И весь мир будет с нами. В ближайшие 10 лет, что бы мы ни делали в ответ на их атаки, весь мир будет с нами. Но я ему так сказал, что у тебя нет не только 10 лет и 10 дней. Движение «Хамас» было основано в 1987 году и с первого дня своего существования находилось в оппозиции к возглавляемой Арафатом Организации освобождения Палестины. Более радикальный, «Хамас» не признавал существование государства Израиль, как и достигнутых соглашений в Осло. После смерти Ясира Арафата «Хамас» активно участвует в политической жизни палестинской автономии. В 2007 году движение полностью захватило власть в секторе Газа. На западном берегу реки Иордан новое правительство сохранило свои позиции. Организацию освобождения Палестины возглавил Махмуд Аббас. С тех пор территории палестинской автономии разделены на две части не только географически, но и расколоты на два враждебных политических лагеря.
Контролирует ли палестинская администрация ситуацию в Газе? В Газе сейчас все парализовано, ничего не работает. Нет воды, нет электричества, нет правительства, нет свободы передвижения. Поэтому я продолжаю повторять, что первый вопрос, который нужно решить, это достичь прекращения огня. Речь президента Аббаса в сентябре на Генеральной Ассамблее. Мы надеемся на проведение международной конференции, чтобы все оказали свою помощь в применении решений ООН, так важных для мира. Все это вновь повторится, если мы не сядем за стол переговоров. Допустить прекращение огня в Израиле не могут. Напуганной атакой 7 октября население южной части страны эвакуировалось в спешном порядке. Возвращаться домой и к работе, сельскому хозяйству, жители кибуцев не готовы. Уезжают и из крупных городов на юге. Ашкелон, находящийся в 7 километрах от сектора Газа, не только крупнейший промышленный центр и главный порт страны, но и туристический центр Израиля. Сейчас город пуст. Даже спустя несколько недель после атаки Израиль под массированным обстрелом. Экономика стоит, а политическое давление растет. Чем дальше это будет, тем давление будет сильнее. И поэтому нужно действовать наоборот, чем быстрее. Сказать, песочные часы, они тикают. И время истекает. Именно поэтому нам нужно не терять время, не растягивать, а действовать более жестко и в более высоком темпе, чем делаем сейчас. Угрозы на севере с каждым днем обретают реальные очертания. Граница с Ливаном, несмотря на две прошлые войны, густо заселена. После атаки Хамас на Израиль обстрелы начались и тут. На юге Ливана базируется группировка Хизбулла, которая ставит своей главной целью уничтожение Израиля. И хоть обстрелы не интенсивные, в глубину пока не стреляют, Израиль рисковать не стал. Население 14 населенных пунктов было эвакуировано. Мы находимся на границе с Ливаном. Последние несколько дней именно это место, север Израиля, больше всего фигурирует в новостях. Мы видим, что сейчас здесь очень сильно проводятся обстрелы, и вот видны возгорания, которые произошли в результате этих обстрелов. Не так давно сообщалось о том, что ранены 3 военнослужащих израильской армии, и со стороны юга Ливана ведутся обстрелы противотанковыми ракетами, в том числе, возможно, минометные обстрелы. Активно поддерживаемая и финансируемая Ираном группировка Хизбулла фактически руководит соседним Ливаном. У партии Аллаха, именно так переводится Хизбулла, есть собственные больницы, телеканалы и молодежные организации. Группировка представлена в парламенте Ливана, контролирует теневую экономику и обладает собственной армией и ракетным арсеналом. Наша армия, наши силовые структуры по-прежнему самые сильные в регионе. Нет сомнений, что Иран старается нарастить силы вокруг нас. Они передали Хизбалле более 1000 ракет, беспилотников, снарядов и ракет типа «Земля-Земля». И делают это на протяжении 25 лет. И все это на севере Израиля. Мы знаем, что именно они стоят за террористическими организациями «Хамас» и «Исламский джихад» в Газе. Они помогают хуситам в Йемене. Они стоят за атаками ракет типа «Земля-Земля» по Саудовской Аравии. Они выступают против всего региона. И не только против него. Определяет Хизбулла и внешнюю политику Ливана. Вместе с Ираном, движениями «Хамас» и «Исламский джихад» она входит в ось сопротивления, главная цель которой – полное уничтожение Израиля. И в этом все ее участники обязаны поддерживать друг друга. Однако 7 октября что-то пошло не так. Должной поддержки «Хамас» не получил. По крайней мере, в Хамасе мы видим, что они очень обеспокоены тем, что арабы недостаточно как-то проявляют энтузиазм и не присоединяются к их борьбе. Они постоянно критикуют арабских лидеров, ну и обращаются к арабскому обществу. Где вы, арабы? Аюкум я араб, венкум я араб. И вот это вот обращение, оно показывает на отчаяние. Третьим фронтом для Израиля может стать западный берег реки Иордан. После 7 октября всплеск насилия наблюдается и здесь. Многочисленные рейды и даже применение авиации. Израильская армия штурмует крупные города на западном берегу. В Хевроне, Наблусе и Калькилье, по словам израильских силовиков, скрываются радикалы и боевики «Хамас».
Палестинцы при этом уверяют, стрельба ведется по мирным жителям. Подозрения в терроризме падают на каждого, даже на журналистов. Для наших коллег единственная возможность выйти за пределы Западного берега – телевизионное вещание. С начала боевых действий палестинские каналы перешли на круглосуточный режим работы. Многие из этих журналистов практически не выходят из редакции. Она, к слову, оборудована довольно скудно. Старая техника, явно нуждающаяся в ремонте здания. Но коллег это не смущает. Наше главное богатство – правда, улыбаются они. Мы всегда чувствовали агрессию со стороны израильтян. 3 года назад наш телеканал располагался в Восточном Иерусалиме, но из-за большого количества угроз и давления на сотрудников, журналистов, нам пришлось его закрыть. Это нас не остановило. Наш долг – рассказывать правду о том, что происходит здесь. Поэтому в Иерусалиме до сих пор работает наш корреспондент. Люди в Иерусалиме присылают нам фотографии и видео для того, чтобы мы могли это показать всему миру. 7 октября агрессия в отношении журналистов резко возросла. Начали поступать угрозы со стороны израильских военных и поселенцев. Мы показываем картинку не только из Иерусалима, но и из Рамаллы, Дженина, Калькилии, Наблуса, Газы. Под постоянным прицелом не только журналисты, но и их семьи. Дом нашего сотрудника в Газе был полностью разрушен ударами с воздуха. В Дженине была прострелена камера нашего оператора. Сам он чудом остался жив. Атак и насилия в отношении палестинцев так много, что мы практически не выходим из эфира. Постоянно что-то транслируем. Тем для репортажей искать не приходится. Столкновения с израильскими военными происходят и тут, в Рамалле. Часто во время демонстраций жители Западного берега выходят на акции в поддержку сектора Газы. У многих там семьи, близкие, друзья. Западный берег не поле битвы, по крайней мере, пока. Но леденящая кровь, ужас возможной смерти не покидает его жителей с самого начала потопа Аль-Аксы. Гарантий безопасности у них нет. И, возможно, не будет никогда. Вчера я был в клинике, обходил пациентов. Один из них спросил меня: нас выселят? Это действительно может произойти? Эта доктрина появилась у сионистов задолго до возникновения Израиля. Они мечтают о землях Палестины без палестинцев. Отсюда все убийства и гонения. Они пытались замолчать о тех преступлениях 1947-48 годов. Но сейчас все эти факты выходят наружу. Сейчас же это официальная позиция крайне радикального правительства Израиля. И сейчас, в наши дни, оно чувствует, что имеет возможность решить эту проблему раз и навсегда. Изгнать палестинцев и забрать себе землю. За сотни километров от Рамаллы такой же вопрос задают израильскому медику. Больница Барзилай крупнейшая на юге. Именно сюда после атаки Хамас начали поступать раненые. Врачи перешли на экстренный режим работы. Спустя несколько недель принимают пострадавших уже от ракетных обстрелов. От них, к слову, не застрахована и сама больница. Вот на второй день войны у нас был обстрел. Это было первое попадание в больницу. Вот вы можете видеть, это переход между 2 зданиями больницы. Было прямое попадание. Стена, все это разрушено. С той стороны вы видите все выбитые стекла, выбитые двери. Это сейчас уже начали сразу работы по восстановлению. Первый день, когда все это началось, мы в течение 7 часов приняли 130 раненых, большей частью тяжелых. У нас приехала помощь центральных больниц Израиля. Мы стабилизировали людей, оперировали все 10 операционных, которые есть в больнице, они работали. Часть раненых, которые были более-менее легкие, мы переводили в центральные больницы машинами, вертолетами. То есть тут было что-то ужасное. Такого количества раненых, таких тяжелых ранений мы не видели никогда. Врачи готовятся к самому тяжелому – началу военной операции. Тогда раненых будет поступать гораздо больше. А пока более 100 тысяч резервистов находятся на границе с сектором Газа в ожидании начала наземной операции. В неизбежности наземной операции в Израиле уверен каждый. Общество слишком напугано и больше не верит в мир с палестинцами. Правительство пытается исправить страшную ошибку 7 октября и вернуть доверие граждан. За ценой оно не постоит. У нас есть очень четкие цели этой войны. По крайней мере, их озвучивает политическое руководство. На первом этапе полная ликвидация военных возможностей Хамаса.
это даже не обсуждается. Организация, террористическая организация, которая совершила второй Холокост против еврейского народа, подписала себе смертный приговор. Это означает, что мы должны зайти в сектор Газа. Это означает, что мы должны лишить Хамас возможностей обстреливать наши города, совершать диверсии, нападения, теракты. Это первый этап. На втором этапе армия какое-то время будет находиться в секторе. Это очень будет напоминать операцию «Защитная стена», которая была 20 лет назад на Западном берегу, когда военные будут подавлять очаги террора на протяжении определенного времени. Это может занять несколько месяцев, может занять несколько лет. И на третьем этапе сектор Газа должен превратиться в совершенно другую реальность. То есть в секторе Газа должны появиться либо структуры, либо организации, либо люди, которые изменят совершенно этот сектор. То есть по итогам этой войны из сектора Газа не должна исходить никакая опасность не только в отношении наших южных городов, но и в целом в отношении государства Израиль. Но настоящую цену войны знают лишь те, у кого она забрала самое дорогое. Леор Азизов погиб в первый день войны, еще 7 октября. Но для его родных время остановилось уже тогда. Старший сын, гордость семьи, любимый брат. Вернуть его назад не сможет ни одна боевая операция. Мы еще не знаем всех подробностей, но то, что мы по крупицам собираем от его друзей, от некоторого командования, которое выжило, потому что его командир и друг, очень близкий друг, тоже погиб в этот день. Все друзья Леора погибли, самые лучшие друзья. Из тех рассказов, которые нам говорят выжившие, Леор был храбрым, мужественным, достойным. И до последней минуты он сражался. Он был ранен в правую руку, пошел сражаться левой рукой. То есть его это ничего не остановило. Он спас жизни там, он оказывал первую медицинскую помощь. И благодаря этому его товарищи остались в живых. Мама Леора уверена, ее сын – воин света и добра. Так же, как и его дедушка, павший в боях за Карабах, Леор погиб, защищая свою родину, свою семью. Очень долгое время Леор тренировался для того, чтобы достичь совершенства своего тела, духа, ума. И он был готов на 150%, чтобы защищать свою семью, свой народ и быть воином света. Наша армия, она никого не убивает, она просто защищает свой народ для того, чтобы мы могли спокойно, счастливо растить здесь своих детей и жить. Говорят, герои не умирают, они продолжают жить в сердцах тех, за кого отдали свои жизни, в сердцах своих боевых товарищей. Теперь защищать семью их павшего друга так же, как и миллионы израильтян, предстоит им. 28 октября, спустя 3 недели после атаки Хамас, началась боевая операция Израиля в секторе Газа. Наступление с воздуха, суши и по воде включает в себя боевая операция армии обороны Израиля в Газе. Мы сейчас находимся на одной из самых крупных баз военно-морских сил Израиля. Именно отсюда корабли отправляются на свои боевые задачи. Этот боевой корабль только вернулся назад с боевого задания. За мощным оружием, бравыми словами и широкими улыбками военных скрывается много недосказанного. Боль от потерь своих близких, страх перед лицом смерти, невозможность отступить. Ведь отступать, по сути, Израилю некуда. Только здесь, на земле обетованной, евреи чувствуют себя в безопасности. Даже десятилетия постоянных войн и борьбы за выживание лучше, чем антисемитизм, гонения и погромы в любой другой стране. От них евреи не защищены даже сегодня.
Для загнанного в угол израненного зверя каждый бой последний. Это чувство знакомо и палестинцам. Уходить им тоже некуда. Миллионы беженцев не нужны ни одной другой стране. У себя же дома они давно перестали быть хозяевами. От них не зависит практически ничего. Им остается только просить о справедливости. Должно быть два государства для двух народов. Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме и Израиль в Западном. Эта проблема существует с 1948 года. Никто не может нам помочь. Это можем решить только мы сами. Но их мольбы остаются неуслышанными. Мировое сообщество, международные организации, лидеры западных стран на протяжении десятилетий лишь шаблонно выражают обеспокоенность. Вместо помощи в достижении мира на Святой Земле все новые и новые поколения арабов и израильтян сталкиваются с международным безразличием. Те, кто должен примирять, зачастую сами провоцируют очередной виток насилия, подталкивая евреев и арабов к вечной борьбе за выживание. Но в этой битве нет победителей, лишь только покалеченные судьбы.